есть повреждения, которые, ну, по сути, влияют только на тех потребителей, которые непосредственно присоединены к сети, а есть режимные, скажем так, повреждения, которые влияют на большую зону, которые снижают перепад давления, и, соответственно, он становится таким, что не особо комфортно многим. То есть непосредственно отключения нет, все-таки параметры снижены. Вот и такие трассы, ну, например, по улице Ватутина, да, которая сегодня у нас и продолжается устранение повреждений, уже закончены работы, и сейчас сеть на заполнении. Напомню, что в этом году мы меняли участок по этой сети, переход через площадь Карла Маркса. Вот эту работу просто по этой улице нужно продолжать. У нас в планах также менять ее полностью. Соответственно, повысится надежность не только потребителей, которые присоединены к улице, к теплотрассе по улице Ватутина, ну и вся зона, это башня, это улица Карла Маркса, ну то есть вот, вот улица Геодезическая. Вот сейчас эти улицы ключевые, они на контроле, они вот в таком, можно сказать, ослабленном режиме.